Всем привет! Сегодня у нас в гостях две посылки. И давайте посмотрим сразу на них. Они обе из магазина JD. Здесь точно сумка Xiaomi. Я ее очень ждал. Сейчас давайте распакуем, и тогда уже я продолжу. Да, еще один провод. Это уже Type-C я взял. Югриновский взял несколько микро USB. И еще взял несколько югриновский. Ага, да, это вспомнил. Не микро USB, а с переходником. То есть микро USB на Type-C переходник идет в комплекте. Вот, взял такой кабель. Хороший, качественный. Югриновские кабеля мне все нравятся. Особенно с JD еще ни разу плохого кабеля не приходило. Бракованно какого-нибудь или еще что-нибудь. Покупал я их по 99 центов или там 66 центов было 11-11. В общем, ну класс. Уже есть несколько кабелей, все в запасе. То есть даже половиной не пользуюсь. Просто лежат и ждут своего череда. Ну, пока давайте отложим и посмотрим то, что меня больше интересует. Это аккуратно откроем. Xiaomi-шная сумка. Вот такого вот размера. Расскажу сразу, зачем я ее брал. Я сейчас хожу с вот такой вот сумкой. Вот выпала у меня сумка вторая, в которой я посылки ношу. То есть вот так это выглядит. Я уже показывал. Здесь у меня ключи. Здесь у меня кошелек, кошелек и там фонарик. И в заднем карманчике у меня здесь салфетки, витаминки и ножичек ZenMax мультитуловский. Вот. Но эта сумка сейчас, когда похолодало, начал уже носить куртку, и этой сумки стало не хватать. Она немного маленькая, ты такой медвежонок в куртке получаешься, а сумочка такая крохотная. Вот, и сумку эту я брал на GearBest тоже. Вот сумка моя, с которой я постоянно хожу получать посылки, да, то есть баллоневая, акции часто на нее бывают. Вот. Я вот так ее приспособил, она вот здесь у меня хранится постоянно, вот так закреплена. Отстегнул, взял, развернул, то есть очень удобно. Вот, но этой сумки мне стало не хватать, и потому что зима, и как-то неуклюже это все смотрится, такая маленькая сумка, на... поэтому решил взять немного больше от Xiaomi-шную, я думаю, что она будет выглядеть получше. Давайте откроем и посмотрим. Тоже история была на GearBest, только серая сумка. Я долго искал, ждал, на GearBest только одна серая, и она стоила, по-моему, 11,99. На JD эта сумка была 13,99, и я взял ее только из-за цвета, потому что этот мне цвет, я посмотрел ролики, и вроде бы мне этот цвет больше понравился. Вот. Надеюсь, камера его передаст. По сравнению с этой сумкой, она немножко больше. Сюда уже поместится планшет. Не знаю, там, ну, десяточка точно должна зайти. Сюда же планшет не помещался. И здесь, видите, за формой вот этой молнии, вот здесь как бы место постоянно пустует. Вот тут шапка такая получается. Вот, тут такого не будет. Ну, давайте поближе рассмотрим. То есть небольшой карманчик. Маленький, сюда, наверное, даже кошелек не поместится. Давайте попробуем. Кошелек поместился, но так вошел, наверное, не закроет. А нет, закрывается молния. Закрылась молния, давайте. Но не открывается. Так, уперлась кошелек. А ну, если мы его положим... А никак иначе мы его не положим. Так мы его тоже... не засунет. А нет, засовывается, но это очень неудобно. То есть кошелек — это такая вещь, которую обычно нужно быстро достать, поэтому для этого отсека она, этот кошелек, не подходит. Давайте посмотрим, что тут у нас сзади. Нету карманчиков больше, то есть если перепаковывать, то сюда ключи. Давайте переместим ключи.
ключи помещаются. Вот. Отлично, можно еще что-то туда запихнуть. Вот. И в этом уже отделе тоже мишный силикон гель. Небольшой карманчик. Вот в этот небольшой карманчик можно уже запихнуть кошелечек. Вот этот отсек можно что запихнуть? Салфетки, цитрамон и мультитул. А еще лекарства. Вот. Сделано все качественно. Такой прикольный цвет. Здесь плотная сумка такая. Вот. Я думаю, что даже вещам этим даже холодно не будет. В ней. Еще силикат гель? Два что ли их? Нет, один. Это я его уже просто доставал. Так, это закрываем. Вот. И что у меня тут осталось? Фонарик. И витаминки для ребенка. Вот. Их тоже можно, фонарик, витаминки можно закинуть просто так. Так, кошелек же мы не поместили. Витаминки можно так закинуть, потому что они часто нужны сразу. А фонарик можно закинуть в этот кошелечек. То есть все поместилось, то, что обычно я ношу постоянно с собой. Ну и давайте еще что-нибудь засунем. Нашел старый планшет племянницы, который она раздавила, на смену которого мы недавно купили. Давайте посмотрим, поместится ли он сюда. В этот карман он не помещается, то есть десятка уже сюда не заходит. Вот, а вот так вот помещается. То есть в этот карманчик поместится, я думаю, восьмерочка. Вот, но десятка вот заходит так, планшет. Единственное, что тут у нас получается кошелек, ключи, поэтому экранчиком нужно, наверное, к стеночке повернуть. Вот так. Вот. Ну и что-нибудь еще может положить. Давайте положим еще вот такую вот сумку с проводочками моими. Я немного их уже расформировал. Модемчики мои. Вот проводочек Югрин из прошлого обзора. С прошлой распаковочки. Вот. Давайте положим. И проверим, застегнется ли он. Да, застегивается отлично. Так, класс. Вот теперь и так выглядит сумочка, тяжеленькая. Так, я его отстегнул, но не пристегнул. Давайте. Такой ремень, такой на ощупь очень приятный, как шелк. Вот обычно они более грубые, но здесь вообще какая-то тряпка вот такой шелковый. Так это теперь выглядит. Ну и давайте попробуем одеть. Забыл, ручка выпала. Сяомишная ручка немного запачкалась, потому что валялась в сумке. Вот так это выглядит. Я надеюсь, там видно. Вот, на, если смотреть. Вот. Вот теперь оденем наперед. Я вот эту сумку всегда вот ношу вот на этой. Ну вот она как для сравнения. Вот, осталось найти место для ручки. Ну, ручку, я не думаю, к ключам лучше ее не ложить. Давайте распакуем все. Ой, чуть не убил окончательно планшет. Вот, и куда-нибудь можно вот сделать вот так. Пусть болтается так. Или нет? Нет, нет, нет. Пусть тогда будет вот так. Вот. Сумка, я очень доволен. Буду ее с удовольствием таскать. Очень классно. Спинка мягенькая такая. Блин, ну бомба вообще. Вот. Я ни капли не жалею, то что я переплатил $2 и купил именно этот цвет, потому что серенький цвет мне не особенно, ну, не особо нравился. Вот, как он выглядит. А этот цвет такой, он даже не черный такой, а темно-серый. То есть там есть светло-серая сумка, а это темно-серый. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!